Рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Бобруйске уголовное дело по обвинению Васильевича Александра Васильевича 7 июля 1966 года рождения на основании части 5 статьи 328 Уголовного кодекса назначить наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с конфискацией имущества. В соответствии с частью 1 статьи 71 Уголовного кодекса при повторности преступлений, не образующих совокупности, путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить Васильевичу окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с конфискацией имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях особого режима. Вы не можете вас судить, и вы будете наказаны Господом Богом, это просто прав человеком. Да?